Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на медовом Дазле. А, по-моему, достаточно давно не записывал этого героя. Хотя Дазла, насколько я могу судить, зрители готовы встречать хоть каждую неделю. Так, кстати, сейчас не уверен, что я не ошибусь. Нет, все-таки не ошибся, хорошо. Очень хочу, чтобы Инвокер со мной в трейды сбегал. Мне этого очень не хватает. Ну, если не хочет трейдиться, то хотя бы спуши линию в его сторону. А мид не самый сложный из... То есть Инвокер подходящий герой для того, чтобы терпеть против Дазла. Но как будто бы у старого Инвокера перспективы было бы чуть побольше. Вам так не кажется? Кстати, я был уверен, что в таймлю. А он еще и блочить крипов начал. Ой, красавец. Как оперативно. Играю один, играю в пати с Ваней Мартом. А, все последние видео, которые мы... Все последние игры, которые мы играли вместе, вы могли слышать, как он ругается на ЦК, насколько герой имбища. Ну и наконец-таки не придется ему играть против ЦК. Как у него дела, кстати? Опа, Soul Ring, нежданно-негаданно. У него причем ЦК старая сигна на самом-то деле. Но какой-то очень устаревший подход. Мне, кстати, без шуток нравятся брейсеры на ЦК в харде. Да, ты берешь просто два брейсера, и ты абсолютно неуязвимый. Он ни в какую не хочет подставляться под яд и несколько плюх. Я нахожу это свинством с его стороны. Опа, подставляется. Смотрите, в лоу-граунд спустился. Я готов терять всю пачку за это. За возможность как следует побить его. Киберкотлетосы не играют с грейвом. Но ровно столько раз, сколько я не брал грейв на четвертом, ровно столько раз я об этом жалел. Никогда не дается это повторять, потому что не получается у меня. Мне обязательно приходит в пятером херачить, если я без грейва. Мне сегодня приснилось, что Эндер Квилл научился играть. Так, и вторую руну он мне отдает. Этот трейд для меня явно был выгоднее, потому что я-то с батла отрегинился до фола. Ой, сейчас плохо было. И это сейчас было не очень. Так, и погнали ботинок, и потом сразу же Мидас. Очень хочу поиграть с Мидасом, я с Мидасом на новом Дазле еще не бегал. Да, я иду. А Мидас кидается ровно так же. Убирай. Ай-яй-яй, был уверен, что успею пронкануть. Кастаема не хватило. Че, уводи лайн, постой. По дэмэджу, кстати, он от меня особо не отстает. Тем не менее, как видите, он очень трусливый. Попробую его отзонить от ринжа. Не самый лучший план для того, чтобы отзонить. Хотя, ладно, прокатило. Лол. Он просто ушел с этого ринжа целиком. Ни копейки экспы за него не получил. Так, видишь, мне кажется, ты не успеваешь задонатить. Не успевает, хорошо. Я из дремучего села и до 18 лет вместо души использовал дождь. И скачав доту, я все время думал, как же удобно Кунке, что он может призывать воду. Но этот жадный гондон не ценит свое счастье и хочет лутать сокровища. И можно поучаствовать в этом его меркантильном стремлении. Разумеется, не бесплатно. То есть, бесплатно, но... Не бесплатно, но... Блядь. Участие бесплатное, а вот за помощь с Кунке можно стрясти долю. Проводишь его как слепого котенка до призов и забираешь себе халявные шмотки в годы мега-рундучка. Играть можно бесплатно каждый час, но для себя я припас экстра попытку. И играть, кстати, можно с телефона. Ну и разумеется, как же эпики могли оставить нас без боевого пропуска, где каждые 15 левелов халявные арканы. Пропуск, правда, стоит как 6 иранбрунков, но, внимание, по моей ссылке он абсолютно бесплатен. Закрепит та самая ссылка, а вместе с ней промо на экстра попытку в мини-игре. А сейчас есть левел 5, нужно себе вижен тоже заранее притащить.
Хорошо. Снова поошибался на инвокере. Я зарядил себе 6 тиков уже тем временем. И давайте готовить слоты под Vision. Мне нужно будет целых 2 слота на это. Надо было через ренжа зарядить сразу. Зря я так долго тянул. Вижу напал, кстати. Есть базис. Я отведу, подержи пачку. И сейчас попытка номер 2. Он левел 5 только что получил. Бедолага. Прости, братан, я ел сегодня очень много сладкого. У него почти кончились капли. Я сегодня в нормальной форме. Что? Ее только что здесь не было. Ладно. В форме-то я, может, нормальный. С башкой все еще. Могли бы лучше идти дела. Я транквилы сейчас прилетят. Аркин нельзя издать сразу, потому что он его может задиспелить запросто. Нормальные фокусы. Жаль, катапульта моя сдохла давным-давно. У него вообще ноль маны. Я привезу фласк. Какой же курьер своенравный. Я за мудростью ушел. Да. Скорее всего, мудрость уже с пиздером. Такая беда. Ну, он длиннее ко мне. Нет. Не поставлю, пустой прыгай. Мне показалось, что Варлок не было на линии почти минуту. Я тебе фласку принес. Нейтралки бы выбить. Его... Было бы славно. Сосем. У нас Вокер. Левел 5, давайте убьем его нахуй. Че он на себя возомнил? У меня маны 0 вообще. Я под бандами. Успел яд обновить, хорошо. Да он умрет. Маны 0. Ай-яй-яй, думал со стилю третьим. Медасик был бы супер ранний. Так, и погнали смотреть на активную руну. Не убивай его. Сори. Я просто пока... Инвайкер да, Цифтасиона небольшого попушу. Словил. Опа, он вижн поставил, да? Он перекачан аккуратно. Забыл перекачаться, когда прилетел. Хорошо, тайминг Мидаса вообще потрясающе устраивает в полной мере. Правда, музло орёт, что просто пизда, дать-ка я его убавлю. Вот, все теперь точно все великолепно. Вокер опять. Ебаный Вокер, нахуй его рот. Да он опять левел 5. Сука ебаная, что он тут забыл? Где твой сраный обсервер? Ничего не понял. Где грипов обеден секачку? Да, я тоже об этом думаю. Так, и погнали сразу жрать штиганим. Я на самом деле хочу взять один нулик. Очень хочется еще немного маны. Или арканцы? Давайте арканцы. Под товаром я слышу крипа. Крипса не добил, пока пялился. Да на мини-карты, то в лавку меня убить здесь могут. Чё подаст там? Вроде никто особо не таскает с собой досты.
Принудительная руна сработала, к сожалению. Шакира, давай пешочком в мид. У меня тут совсем без тормозов бегает. Там, если что, большие стаки в тройке. Там белка стоит 9 минут, стакает тройку. А стаки, кстати, можем толпой забрать. А Джекира Дазл вообще идеальная связка, чтобы бить стаки. По крапиру получаете. Оставишь килл. Спасибо. Да есть. Так, и погнали. Давай тавр заберем и пойдем в тройку. Да, да, давай. Крапиру. Нам ЦК нужен будет тоже. Правильно, сейчас давать будет. Пока да. Ваня, не трать кнопки по возможности. Да, хорошо. Давай тавр забираем. Тройку под макропиру мы заберем без ЦК. Нас убьют без ЦК, такое дело. А если ЦК будет, мы сами всех прирежем. Да, почему убьют? Просто макропиру даем и забираем. Он сейчас еще раз там стак. Так, это 4 тайт, героя рядом. Тайт к вам идет, к вам тайт идет. Он без рейва же, без рейва. Давай встретим тайда. Владимир крапиру дуешь. Окей. Опа, опа. Мистер Хаммер. Таков нет, но я помру. Пробуйте. Все, отошли от стаки сначала. Тут еще три стака. Размен вообще неравноценный, такое дело. Нам нужно было встречать Тайдхантера, мы не должны были так рано начинать. Но пацанов свой геймплан был. Надо почаще ульту сжать. Из хпшки хоть сколько-то позволяют. Таким образом, медаст себе кдшу. Вниз. Хаста, это больно. Давайте, так а чего это еще разок? Вы что думаете о том, чтобы через лес на базу? Иду. Давай, инвокера. Вот, парни. А куда? О, хорошо. Что-то и это забрали, вот, у него стрик большой, левел большой. Хоть так, цеплять его нечем. Я из-за яда нового диспелит. Придумал как-то с арканцами. Так, темп хорошо наращивается. Давайте это все-таки продам. Раскладывайте сразу же. Я доджил метеор. А где стрик у Тайда? Что ты мне наврал? Бля, слушай, походу нет стрика. Смотри, смотри. Ну походу нет. Крипов много всосал. Докачать бы чутка. Аганим, было бы так здорово. Руна мудрости. Да, я бы взял, мне 12 левел суперсильный. Давай. Ой, как хорошо, как комфортно. И докачаю сейчас древних, с этих древних будет Аганим. Спасибо. А и не придется идти на базу. Смешной инвокер. Он все, что пытался сделать, все у него просто идет. Мне жалко немного пацана чисто между нами. К.
Как же уныло фармятся древние без таланта на урон на 10-м. Таланты выпилили. Раньше с этим талантом гораздо комфортнее было. И таймингами доволен в полной мере. У него такая же ситуация с руной, как у меня произошла. Смотрит, руны нет. Выходит. Талант открывать. Так, и давайте сперва тревела, потом актеринчик. Хотя, наверное, можно сперва актеринчик все-таки. Сейчас перегенит меня из-за крипса. Причем перегенит очень хорошо. Может, этого поищем? Надо варды глубоко поставить, где-то морфлинг. Логанимы, опять же, миллиард функций. Еще поломанная шмотка. Возможно, опять будет пытаться реворкать Дазла. И причем герой не сказать, чтобы сильный. Вот точно можно сказать, что он сломанный. Сказать, что он сильный, ну, не просто. Да, он здесь. Давайте заказываю арканцы себе. Кратно комфортнее игра станет. В принципе, древних никто не качает. Погнали, я на них посижу. Давай, я сейчас выскочу на варлока. Какой же кайф, конечно, геймплей Дазла. Это Мартре вообще-то стакал, ты чё, блядь? Ты чё, Мартра, когда сюда Борис придёт? Как тебе нравится Борис? Собирался. Ну, больше качаться негде. Это как-то прям нажал. Замедлил себя. Ладно, мана более-менее позволяет, потому что арканцы я тоже откатываю. Не, гоним скоро. Хорошо. Будет. Приятно будет в драке. Ой, какой же кайф. Айтем. Только вот по вижену нельзя будет ходить на таких хитпоинтах в дальнейшем. У нас работала рунка, 20 секунд до следующей. Погнали в мизе все вот это вот добро убирать. Ой. Что-то даже не близко было, да? К тому, что все сделать нормально. Нахожу. Откатываю свои скиллы. Кайфую. Руны, если честно, очень страшно пытаться брать. Хотя, вижу обоих сапиков. Амвард, похоже. Потрясающе. Ну, погнали, еще чутка на древних качнемся. Заодно отрегенимся. Руны, считаю, еще действует, так что за хп свое вообще могу не переживать. Успеть бы стакнуть. Когда гоним. Очень переживаю, что не успеваю. Успеть! Успеть! Хорошо. Все-таки успел, все-таки все в порядке. И топ-1 левел на карте. Второе место ко мне даже не близко. Хожу, клацаю кнопку C. Получаю максимальное удовольствие от игры. Вот этот билдак Мидаса Актерин, это, конечно, шедевр.
конкретно на Дазля. Давайте вот этот большой спот качнем шустренько. Фармим мы гораздо больше, чем вражеская команда. Так, и наконец-таки Акторин готов. Теперь кулдауны всего еще меньше. А, ну теперь фантомка сюда переехала. Беда. И погнали в кикбай шард, потом тревела. Кайф. Пачка безопасная, правда, вот здесь есть небольшой риск сдохнуть. Я все-таки не фантомка, блюра у меня нет. Меня видно с огромной дистанции. Лечу к вам. Нужен щитка. Найду. Если он протянет еще какое-то время. Какое-то время протянем. Я уже в портал. Отменяй, отменяй. Не-не-не-не-не, я не отменяю. Ёбаная жизнь. Я же за тобой сюда шел, братан. Да, брат, все нормально, ЦК поможет. Да бля, пока этот ЦК появится, так нахуй. Блять, ну нет жизни. Есть. Ой. Что-то срезало Тайда куда-то. Да. Есть такое. О, курьеров притащите сюда, пожалуйста. Придите все курьеров сюда. Да там вроде без курьеров забирается. Но без курьеров потяжелее. Спасибо. Идите обратно. Я палец покатился, надо будет. Классические сопортящие леоны, которые очень хотят заряжать пальцы. О, го убьем здесь сразу бомжа. Да, вряд. Блять, ну этого не хочется убивать. Ну он, да, он жирный. Ну без ревич же бомжа можно. А, ну у нас вся команда здесь, тогда можно. Хорошо. Это хрен тень вроде не диспелится. А, написано, что нельзя развеять. Вот тавр. Меня на боте очень смущает происходящее. Что у нас тавр тоже горит помедленнее, конечно, чем от фантомки, но и без риска для кого-либо. Хотя по итогу у нас тавр сильнее гораздо. Продавили, чем мы у них. Хорошо. Вы охуели. Так, нажимай сразу, там 3 секунды задержки, чтоб ты палец получил. Стой! Суки ебаные. Ой, какая мы пачка гиен с Ваней. Я не помню, представил ли я Ваню в полной мере, это диктор. Это важно, учитывая, что... Ну что, он диктор? Опять же, если кому нужны услуги диктора, пишите мне в личку, я вас сведу. Блин, Тайт опять хочет сдохнуть, ДД в топе, ДД в топе, ДД. Сейчас дану возьмет. Или фантомка. Готай, да? Ай, как же больно. А на какое-то время не буду ультить. Вообще не ожидал, что они могут сдохнуть.
Хорошо. А где Аркан Блинк-то твой? Что-то нету еще до сих пор, 25 минуты. Нихуя себе у тебя запросы, братан. Хули так долго-то? А где линза Этериал у тебя? Так ты все фраги спиздал, ты что, забыл? Нихуя себе, блядь. У меня 9 фрагов всего лишь. А у меня 8 вообще 5. Всего лишь, видишь? Так я вообще мидер. И из этих 9 фрагов 8 соло. В замесах ты у меня все пиздишь, что возможно. Я саппорт. Я саппорт. А ты мидер. Все фраги спиз. Так, у фантомки я древних отобрал на этой минуте. Сука, не хватает. Че, он там про касты кому-то выписывал? Походу на базу, кстати, на Дазле это тоже что-то особенное. Да я же знаю, что кто-то хочет пофармить. Ты умрешь там, если кто-то захочет пофармить. Ну, надеюсь. А чё, ты всегда с Солдрингом играешь на ЦК? Нет, не всегда. Но тут я решил, что хочу. Только в пати со мной получается, да? Нет. Ну, Мишаня не жалко, похуй. Да в смысле? Так, собственно, перегинился. Я решил, что могу себе позволить. Поехали обратно. Смотри, какой большой ты и какая большая фантом. Мы изобрели тинкера. Так, ты ж с нулевой покупал Soul Ring. Там еще не было понятно, кто большой. Или ты мне так настолько сильно доверяешь? Ну, я в вас верил. Так, может, пойдем закончим катку, чем мы ждем? Нужно в решпит. Да, можно. Как же идеально. Да они так-то все хотят. Почапали. Давай, на базе пошли на пачку. Рашпит? Рашпит. Я пешочком на топ иду. Я через гид буду. Немного нервничаю, тусуясь на боте, если честно. Линка, но вроде через... область, я могу его пробить, правильно? Хорошо. Почапали в гейт. Помогать бойцам. Айгис, конечно, очень хочется, но на фантомке он объективно лучше. Потому что она будет подниматься на горку, она будет на стройке. А я не буду. Это не другое. Не успеваю никак. Ошибся. Впрочем, ладно. А Керкин, блин, готов? Ну, погнали на базу. Шустренько отрегенить. Смотрите, сейчас в тройке можно поймать. Лечу к вам. Бля, он не сдох, охуеть. Ой, блядь.
Что-то подошибся я. Ладно, бывает. Гляну, что за руна здесь. Тут все это время другая руна валялась, оказывается. Да, там что, ебанулся? Заберите что аванпост, пожалуйста. Ща, да. Так, хорошо. Более-менее понятно, где я могу сейчас безопасно находиться и быть полезным. Я могу прыгнуть, сбить ему. Давай. Подождите меня. А, что так делаю? Ты еще через 100 лет, братка. Тогда. Что? Он просто пропал еще до того, как зашел за дерево, анимацию инвиза я тоже не видел. А хотя у него же инвиз без анимации, а чем да? Он это в говне. Где этот кошевар? Могу прыгнуть на горку, пачка. Посмотреть на кошевара. Да, там в топе такая пачка вообще пиздец. Нет, там пачки больше, забей. Нет, так испарилось. Не очень-то и хотелось. Ты пешка откатилась, могу вернуться к вам, если чё. Мы в курсе, первый день живем. Ладно, погнали, БКБ возьму. Чтоб точно бессмертным быть. Все, никакого кошевара. Ноль маны. Ну так хэшку дам. А вот. А у меня Soul Ring. У меня мана всегда. Хорош, хорош. Возьми десты, пожалуйста, у тебя слот есть. А куда ты без достов его? Ах, тебя да, иди же. Возьми среды Вань, пожалуйста. Ну хорошо, только. Все ли он спиздил поздно? Что? А, это мне Гашин, походу, сбил. Я пытаюсь прыгать, у меня не прыгается. Кайф невероятный. Хорош, да. Погнали ГПМ и глянем. Я не люблю стату, потому что она руинит экономичные заставки. Причем руинит очень сильно. Ну, у меня сейчас просмотры подросли, так что могу, думаю, позволить себя. Не попадешь это ареалом. Да, прыгаем. Дай пососу. Нет, не будешь. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо за лайки. Отдельное спасибо тем, кто дожидается конечных составок. Шутазлов. Да я сам себя возненавидел во время этой игры. ГПМ это единственное, что меня интересует. Ни дэмэджи, ни остальное. Даже не близко 880 и 1100 XPM. Была бы где-нибудь отдельная табличка, сколько денег мне принес конкретный Мидас и опыта. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки и мир вам.